Отправить поправку или нет, решали в пятницу граждане Ирландии. Восьмая поправка Конституции страны заявляет о равенстве права на жизнь матери и плода и фактически запрещает аборты, за исключением прямой угрозы жизни женщины. Избирателям предлагается решить, внести ли в статью дополнение, дающее парламенту право принять закон, разрешающий прерывание беременности. Один из главных сторонников разрешения абортов – премьер-министр Ирландии Лео Вараткар. Он работал врачом и не понаслышке знает, о чем идет речь и что приходится пережить женщинам, решающимся на это нелегально или за рубежом. Я не хочу загадывать, конечно, но по всей стране уже отмечена хорошая явка. Я надеюсь, что завтра мы узнаем о положительных результатах. Ирландия считается чрезвычайно консервативной католической страной. Противозачаточные средства там были разрешены лишь в 1985 году, а разводы легализованы в 1996, позже всех стран ЕС. Так что споры об абортах буквально раскололи нацию. Я собираюсь сказать «нет». Я много думала и спорила. Это непростое решение, но я чувствую, что не имею права отнимать жизнь. Жизнь священна, и поэтому я голосую против. Я голосую с мыслью обо всех ирландках, которым пришлось уезжать за рубеж, чтобы сделать аборт. С мыслью обо всех, кто пострадал из-за восьмой поправки. С мыслью о своей дочери, о своих племянницах, обо всех женщинах Ирландии. Опросы показывают, что результаты могут стать известны завтра поздно вечером, причем, возможно, понадобится пересчет голосов. Референдум разделил ирландцев, которые продолжают бурно отстаивать свои точки зрения прямо в очередях на участке.